А что, ты палом не можешь пойти? А где хукмастер? Его что-то не вижу онлайн. А тут я, тут. Ну, в игре не вижу. Ну, зайду сейчас. Алло. Один президент пришел, а это нормально. Там как-то... Мама не дедет? А мама не спать? Ну, с ума мы всем кинули, блядь, кто в рубиновом. Опять тянемся. Тяжелый бой был. Отдыхают ребята. Давайте ставки, сколько он сегодня раз умрет. Какая ставка, ты сказал? Давайте ставку, любую. Сколько он умрет. Счет к концу данжа. Кто умрет? Я ставлю, что каждый, кто умрет... Так, новенький. А, среди новеньких. Они оба сдохнут. Пангую, что кто-то пройдет глыбу. Сука. Пангую, что все хер забили, но то, что кокона надо бить. Так, ну подойдите ближе. Так не успеваешь. Вы же уже это, дедушки и бабушки по ЦЛК, блин. Когда этот, когда этот трэш бьем, в одну кучку встали и все.
Посоветуйте нормальное пиво для человека, который не пьет пиво. Из шишек, братан. Виски. Согласен с предыдущим оратором. Из березового сока. Из шишек тоже заебись, ребят. В пределах красно-белого это возможно, так сказать? Виски, да. Виски можно в пределах любого ларька достать, но неизвестно какой просто. Не, да я не пью. Типа я так просто банк. Возьми рома. Сама то. Ты хочешь в общежитии к Каменде подмажиться? Нет. Светлан Петрович, извините. У Петровича 40-градусная. Ты шутник. Ой, что за пиво на шишках первый раз? Ну и шишек, блядь, посмотри на ютубе, блядь. Ясно. На Алтай попробуй. Для тех, кто духов хлопает на леди, блядь. Для них пидорское пиво или что, блядь? Почему пидорское сразу, блядь? Для всей гильды, то есть, да? Блядь. Ну, типа... Ну хлопай, это у меня ГП не было. А, нет, был один раз. Вот-вот. Ну там виноват Рарни. Да, да. Конечно, легко других обвинять. А как же признаться самому? Но мне ГП влепили все равно. Я ничего против не имею. Пиво, сука, с шишками. Вот это вот, блядь. Пиво с шишками, да любое, нахуй. Чё за курица? Пять минут, шесты на 5 минут. Чего? 5 минут? 5% хосты на 5 минут. Рарник, дай, пожалуйста, по шаманам кулак. А у нас это, подушечка. Блин, я... Шумаю. Это значит, у вас 4 хила. Кто хочет, можете приходить к нам. В 4 хила? Угу. Где подушечка? Чё тут делать? 5 хилов это норма. Кто-то из корабля упал, так что не, вообще не выделывайся. Это вот такое вот? Оно что-то не внушает доверия. Я, короче, за полчаса до концерта уйду. Я рыбу не доел сейчас 10 секунд. Ну, ты сама виноват. Тебя рекламировали, как Uber, там, ДЦ, а сама с корабля упала. Вместо коня, тихо, вместо коня Force Resist поставьте. Без Гера? Я хуй знает, можете без Гера, ну типа, если хотите. Я ревностный, блин. Эхи, выхи. Дай мистер СС правнику. Цивы прожимать еще. Bone Storm cast. Беги, малыш, беги! Как-то начал целка лагать просто невыносимо. Это у всех начала лагать игра сама. Сама игра лагает у всех. Может, компьютер засорился? Слышал тоже такую теорию, блядь. Корифан говорит на этот счет. Надо выкинуть его из форточки и сверху еще поссать на него. Ну да, охладиться сразу и помыться. При том, что надо успеть поссать в тот момент, когда он летит еще. Но это уже сверх мастерства. У меня когда-то у кореша был очень хуёвый бук. И он перегревался, и мы его... А мне СС, да? Я хуй знал. Да, в морозильнике. О, сейчас умираю, 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 умираю. Да на Венфарла, давайте, работайте там. Синтег,
Жизнецветы на нас по 3 стака, давай. Миловица на шипе, сейчас сдохнем, нахуй. Будем считать, повезло. Эй, жаль. Bone Spike Cast. Нужно выпить банку на броню. Bone Storm Cast. На следующем, после вихря. Прилуд, да? Птица 6 FPS, это что такое? Ну это прям жуть. Это печально. У меня 12 кадров. Это не так, как Герри бьет по троим. Может мы в Герри? Герри так лагает. Ну не, да. Я бы уже умер бы. Герри бы словил давно. 60 лямов у босса в Герри, блядь. Хант на шипе. Мы бы, блядь, до Джайны дошли, наверное, блядь. С Хантайр ты дошиб, снимите. Сильно, да, у вас проседает FPS? Ну, неприятно. Ой, за хороший. Меня это никогда не волновало. Насчет FPS. Там что, никакого не было квеста на этого? Великана не было? А вот этот будет, скорее всего, на лиде. Либо на чему... Мы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало... Я, короче, пока перезапущу ноут полностью ребутно. А то это невыносимо просто. Бывает, знаешь, что сама вот эта, блядь, кто он, сирусовский этот лаунчер, из-за него лагает. Умереть хочешь? Типа через ран зайти? Ну, нет. Со временем начинает лагать. Зайди в те эти... Кто он, блядь? В диспетчер, да, задача, глянь, что жрет. Ты попробуй, короче, если ты через лаунчер заходил, просто закрой его. Через экзешник запускай. Че, короче, все попробую, сначала его ребутну пеку. Если что, можете убить Лиди. Ой, ты в курсе, что ты всю дорогу YouTube стримишь? Какой YouTube? Ты серьезно? А, да, страничку. Да, я уже просто полчаса наблюдаю, думаю, блядь, так надо. Ну, наверное. Решил уточнить. Да похуй. Зрителей нет все равно. Влад смотрит, он твой зритель, фанат. Thank you.
помощнику рейде. Смотрите, там осторожно. Вай-вай-вай. На Твиче не стримишь, кстати? Не. Блин, вот туда лучше отойти на 15 минут. После РТ. Да, блядь, это после РТ магазин закрылся. Не, блядь, полюбила и дала. Простите. Не прощу. Переиграла и уничтожила. Да. Полюбила и дала, да. Ну, это типа инсульт. Умер. Все вы так говорите. Ох, я смотрю, кто-то обижен женским полом, да? Пол мужского рода. Отбил, победил. Логично. Бля, давайте, чтобы я это не съебался время РТ, мы сейчас это леди убьем. Вот, корабль вы точно без меня пройдете. Я за этот момент успею до КБ добежать. Сегодня под пивас будешь, Макс? Так что, трубы горят, да? Да, да. Ты кому пиво-то, блядь, покупает? Тебе. Ты говоришь, я, ты, типа, ты не пьешь. Я справа, трэш, справа. Не превращайся в меня. Поэтому я спросил, какой пиво можно взять. Чего это принесли? Че, в обычке больше маны, чем в геле, что ли? Не знаю. Может быть такое, может быть. Гера просто зарезанная, обычка нет. Тут тоже 100 кп будешь давать. Полтинник. 50. А, за духов-то? Да-да-да. Я вообще в обычке на них внимания не обращаю. Взрывает, я в них, да. В тени, в этом, в тучке влечу. Эй, где контроль? Бля, тебя же ушли. Я 7400 с руки. Ой, что рёхнулся. Я думаю, умер. Ты не в сил противиться моей воле! Не успею. Ловите босса. Спирит. Хорош. Спирит.
Ну, он мордаун, тайновен. Будем знать наших героев в лицо. Смысле? Я вдалеке стою. Взорвал. Опять мордаун, опять растряси жир. Растряси жир первый раз. Мордаун-то похуй, он просто стоит. Для Геры не готовится. Смотри, Мэтт Фокс. Привет, привет, Мэтт Фокс, как дела? Братан, не видишь духов, да? В Гере они шотают рейд, если чё. Наверное, это никому не интересно. Ладно, тут можно позорвать, они вообще не нам не дамажут. Пацан, мелик крейтер. Так и Нинера. Кому Нинера не ванкает? Не. А, ну или она выносит, ну да. Ребят, дело не в том, что убьет, не убьет. Смотри, Хэлла, ебать, тела рана. Заморозила. Я понял, блядь. Нихуя, ну это 100 гп. Да. Смотри, растряси жиру вообще похуй, да? Растряси жир, братан. Не, он это, короче, он тут редко был, он не знает. Редко что. Был, 10 лет назад. Смотри, на звезду летит дух, но звезда героически отбегает. Да, не удалось звезде ГП залутать. Смотри, опять за звездой летит. Вот смотри, просто прям за звездой, да? Но он, если бы на месте звезды был бы растряси жир или Тилара, они бы уже сдохли. Но они уже и так сдохли. Смотри, еще сейчас долетит до кого-то. Нет, челики бегают. Не хотят быть известными на весь мир. Через YouTube. Так я и не узнал, если в тучки влетаю же, можно? Ну, ты в тучке не сдохнешь, зато 30 метров вокруг, 30 тысяч урона, и будет минус 10 в Гере, ты получишь ГП. Вот не так. Рандомно летают, получается, да? Вот, да. Я, короче, отбегу, да, минут на 10. Вот да иди. Корабль иди. Все. Гарден возьми, Макс. Я за пивом. Точно. Да я, короче, гараж куплю, ребят, все. О, фу, нахуй. Ну, я люблю их чистое пиво, которое они привозят. Как мне лича бить? Блять, хуй бы знал, как его бить. А чё ты хочешь? Танлайт бери. Погодите, танков. А просто последняя битва с королем личом. Квест. А чё, брось, давай здесь почистим. Ну, блять, сейчас опять комбат будет висеть. Куда вы нахуй побежали? Там дракон сагрели уже. Ему тоже пизды заодно дадим. Самый кайф, что на меня какая-то хуета сагрилась, и всем похуй. А дракон куда-то вниз улетел. Ну да, куда-то, вот именно что куда-то. Вот он дракон, но это, наверное, похуй, да? Так и должно быть. Ну, просто дал оковы и бегу к лифту, так как портал не работает в бою. Ну, вы так всегда будете, наверное, агрить, чтобы драконы вниз улетали, когда люди еще не залутали босса. Понятно, все. А где лифт, нахуй, он вообще есть? А вот он. Смотри, гриппую дракона на лифт, но он остается внизу. Будет подниматься за мной, но, наверное, очень долго. А все видели, как Дельней дохлый поплыл? Какой квест сегодня? Ну, видимо, чума. Ну, заебись. Синдра. Давайте мы молимся за чума. Главное, что не на этого, которого выкидывает вечно.
Ты имеешь в виду ледяной великан? Оборону черепного вора? Главное не на него. Остальное все просто. Что-нибудь история, да? Я кручусь, у меня только половина загрузки. Будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Все на палубу! 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Кто тут танчик будет? Прямо в небе взорвем! Аркету делать нечего! Ну, рарник кто еще? Перелетайте, чё? Ты вообще зачем в пушку садишься? Че вы, типа, в пушки садитесь, там, я не знаю, 30 секунд прошло, вы только потом в пушки садитесь или как? Я вот сейчас вижу 3 человека в пушке. Я сел, короче. Вы дрочите, что ли, или еще нахуй? Или вам тактику рассказать? Когда в пушку можно заходить, рассказать вам или че, блять? Алло. Так можно до второго пришествия этого босса бить. Вот сейчас в пушку можно сесть. Прием, блять. Как дела? Во, другое дело. А Мародина, если убить, что будет? Нет, не умрет. Там добивать собираетесь, нет? Что там на пушках делаете? Видео снимаем. Я понял, блядь. Гайд на это. Гайд на пушке, да? Угу. Как не надо делать? Two, one.
Точно так. Точно так. Вперед, королючу. Смотри, он еще с лакера. Ну, вроде все, я опять запустил. Вроде 60 FPS нормально. Фарла MP5 отдай мне. Че, где наш алкаш сегодняшний? Кто сегодняшний? Ну, Синтек. Он же попил, спрашивает. Ага. Будет забавно, если его сейчас разъебет. Генерайда. Дайте столик, пожалуйста. Че, синтека не будет или что? Походу. Пэсса тут? Он набухался по дороге. Это он так с корабля упал. Ты так с корабля, значит, падает. Есть гайд по падению с корабля какой-то? Надо набухаться. Берешь рогу и юзаешь этот... Господи, даже как называется уже у них. Череда убийств? Да-да-да-да-да, во, само то вспомнил. Звучит как план. Нихуя себе, подушка вылетела. Four, three, two, one.
Но зашел и слышишь тишину, подумал, что у него диск лагает. Ну. Не вскрывать, не вскрывать. Подушка, заходи. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Кукмастер, заебись, дамажит. Он холик, да? Что, налагать, что ли? Открыл портал. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Хорошо, где наш? Квест возьмите. Я до стиральной машинки сейчас вернусь. Ой, блин, не то нажал. О, все-таки чума, да? Там кому отдал Фарла и Мордаунд, по-моему, передайте эти токены ПСа. Все, вам не надо ни на какой спект там. Блин, его сложнее будет найти. Боешка.
Ну да, Дон и PGP Loadmaster. Там, когда я нажимаю на шмотку, появляется у всех табличка. Там нажать можно 100%, 50% и 10%. Не молчите, я усну нафиг. Уж анекдоты рассказывать. Нафига вы начали говорить? Пускай он там это... Пускай это сама... Да базара нет, блять, лучше вайпы. На леди, чем вот такой просто спящий рейд. Хоть какой-то движ был, хоть какой-то вообще. Так идешь, засыпаешь. Сейчас синтак придет, бухнет, блять, устроит вам. Сейчас он там ловушка банда сзади банда активировалась. Ну хоть что-то активировалось там. Сука. Скучно, я понял. Одни руферы. А ты думал, зачем люди в WoW играют? Ну я не знаю, что вы, ну попробуйте поэрелить кто-нибудь, хоть боржом, блять. Не-не-не. Ну вот видишь. Выбери любого. Давай, Мэтт Фокс, нахуй. Подключай микрофон, блядь, будешь эрелить. Я выбери любого. Мэтт Фокс, давай, подрубай микрофон. Есть у тебя микрофон? Не-не, там есть один разговорчивый дохуя рога. Какой? Топа, что ли? Угу, стоп, эрелит. Вызревает конфликт. Так когда надо-то я молчу. Правильно, когда надо, ты молчишь, когда не надо, ты пиздишь. Не забудьте квест у нас. А, да, да, кстати. А то придется провалить квест. Надо 4 умереть. Хила еще не забывайте там. Тяжело, наверное, он будет хилить. А, подушки нету, что ли? Да вроде нет. А, синтека нету, синтека нету. Почему тяжело-то, нормально?
Ну, я сейчас посмотрю. Будь ты уверен, что без меток будем стоять? Нахуя вам метки? Вы мне объясните, блядь. Вчера, блядь, ты видел, что вчера? Ну, треугольничком поставьте споры и все, нахуй, не бейте мозг. Вчера с метками пиздец. Сегодня вообще без меток. Одну лево, одну право, одну под босса, нахуй. Я понял, блядь. Мы бомжи, блядь. Можно встать под боссом, полутать две метки и больше не сбегаться. Такая хуйня называется кринж. Работает. Бля, меня так забавило, ты говоришь, вы все знаете. Ну хули нет, что ли, блядь? Рука, лицо. Я вам рассказываю, вы, блядь, хоть раз бы сказали, Войд, заебал, нахуй, не рассказывай, мы-то все и так знаем, нахуй. Смотри, вот пять человек блюет. Мэтт Фокс, Мистери, Мардаунд, Подушка и Рест, Тряси Жир. Это 5 и 5 человек по-любому тактику не знают. Справа Варда, дай вынести. Просто опор стоит, я туда тпшусь. Вот нахуя вы две споры, вот. Хули вы вместе стоите, нахуй, бичи, блять. Вы же двойной урон получаете. А сейчас, я это массы кружал. Сейчас еще блевота кинется, еще подохнут люди. Как там вам лежится, Мэтт Фокс, нормально? И друида нету, чтобы его резнуть. И мистери лежит топ ДПС. Чё, блядь? Весело стало, сука. ГП. Да какое ГП? Тут надо мозг новый покупать. Вот у подушки маны нету, она перед боем нихуя не резала. Столики ставили, рыба стояла. Похуй. Не надо ману резать, да, перед боем? Рыбы не было. Ну да, блядь. Ну и это, и маговская вот эта, штруделя же были, ставили. Вот смотрите сами, сейчас три гимна есть на хп и на ману, так что думайте. Что там добьете, думаю. В обычке можно поебланить. Там на будущее всякие там растряси жир, там все вот кто в герах тактику не знает. Перед понедельником ознакомьтесь в интернете с тактикой ЛК 25 гер. Если не знаете в обычку, то с обычкой знакомьтесь. Такой это видос есть на ютубе, WoW Raider называется, там все есть. Если кто-то индивидуально там хочет, могу подсказать. Ну, это будет стоить вам ГП. Звучит как научу тактикам дорого. Да, 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 да. Так это ж наоборот хорошо. Девочкам скидка, блин. Кому кровь нужна? Я лучше прям молчу. Че? Не, я ем, отстань. Я понял. Опа! По индивидуальной программе. А, кстати, это. А кто после Биг Дэма и Холи Дринка на очереди на осколки? Ну, кто квест сделает, наверное. Но стресс у меня завтрак, если чё. Короче, у моего второго перса Лингрен паладин 6 осколков уже. Можно поставить, собирать, но. Мы у льду-то будем ходить, у Аланиры делать? Я не знаю, вы ставьте РТ, найдите время, конечно, будем ходить. Да хотелось бы, если бы не обосрался этот второй рейд.
А, ну да, кстати. Если бы целка за 2 дня закрывалась, а не то, что пришли там 500 ИП лутунули и ушли. Когда целка Гера уже закрытая будет, тогда можно свободный день ставить. А так, когда Гера не закрытая, нихуя идти в льду, не очень правильно будет, наверное. Для рыбы давай. Не профитно. Чё ты начинаешь, ну, стресс? Пятый завтрак, нормальная тема. Кто там такой охуевший, вот мне сейчас интересно. Это... Я вступила, что ты обещала разговора. Смотри, за дело. А при чем тут завтрак? Может, обед был? Это как у хоббитов, короче, Властелине колец. Или это как же второй завтрак, блядь? А полдник, нахуй? А второй полдник? Или третий обед там, блядь? А чай... Оставили с этого, с кульков конфет? Куль-куль. Гоу. Идите в жопу мелкими шагами. Я на трассе. Прям вот дружненько. Прям всем? Угу. Мы над тобой по-доброму шутим, а ты агришься. Идите вы в баню, одни сегодня он надо мной пошутили, я с этой самой своей вообще больше никуда не пойду. Поэтому я не люблю десятки. Не надо диспалить, пожалуйста. Они перед Геля тренируются. С возрастом вредно нервничать. Слава, у вас много девочек в гильдии? Ну ты и подушка, и все. Такими темпами одна подушка останется. Я понял, блядь. Вот будут, оно, неравенство. Будут сами за ДЦшника нахуй качать вон, блядь. ПСа скоро оденем в ДЦшника, блядь, зато ШПшника не будет нихуя. Не хотят, сука, хилами играть. Вон, постоянный хил, чё, на Инновен. Шамана вообще вон энха в спекую. Да в смысле, мы вчера чуть не передрались, кому хилить. Ну. Я бы в 2 ДЦ походил похуй. Да у меня холик хорош. А нахуй этот холик, блядь, ДЦ лучше. Ты чё, в смысле? Да, я поспорил. У них бонус от 2 до 4 переделали, холики вообще имба. Опа, чё там? А чё там переделали? Он 100% кидает щит на всех. А-а-а. С круга исцеления, что ли? Да. Заебись. С таким бонусом я вообще думаю, что я, скорее всего, на альянс свалю эту ножку делать. Танков нету нихуя нахуй. Ральник шем сделал, танчит. Надо еще мне шем сделать, ну. И с шемом танчить, ну. Хули нет. И синтеку вечный холод. Чтобы он в ирдру нахуй с ним бегал, блядь. Подбивал кинетики, нахуй. За пиво, блядь, с посохом, что ли? Я не на шутку, но сейчас за него начал переживать. Так, мы сейчас квест провалим. Ну, Мэтт Фокс уже провалил, нахуй. Как он сдох, интересно. Как ты делаешь, чтоб жрал другой? А хуй знает, это какая-то магия, блядь. Сам. А чё, травма опять не будет, да, я так понимаю? А нахуй тебе травма? Она падает раз в год. Хочу травму. Хочу травму и чешку. Говори, где я тебе приеду, там. Устроим травму. Приезжай, устраивай. Боюсь, как бы у тебя потом морали не было. А, ну это сильно, да. А то я в последнее время не в настроении. Чё, квест не сделался нихуя. Чё нам твое настроение? Здесь рарника. А кто квест, кстати, там принимал? Надо идти, там сдаёшь его. Две.
Два шлейфа надо сдать. Ну, от, тухлого, от тухлого есть, а от гнилого нет нихера. У меня обе есть. Кто-то спрашивал про мое настроение. Мордаун, Калара, Рарник. Когда у меня хорошее настроение, я могу чаем, кофе напоить, там, что-нибудь испечь. А когда плохое, я пиздануть могу. Сковородка. Да, сковородка чугунная есть, кстати, дома. Сковородка-гриль чугунная. Блин, хорошо приложит прям. Ну да, на килограмма 3, наверное, весит точно. Плохое настроение фиксится вкусняшками? Нет. А чем? Чем? Короче, у тебя сковородка на любой случай жизни. Ты либо стейк пожаришь, либо по голове ёбнешь, да? Да-да. То есть вариант то, что ее можно у нее отобрать, и ей же этой сковородкой не проходит, да? Нет. О, там магнит нужен хороший такой. Там в другой руке после чайник. Это на Хапала или на кого это? Кому жезл продать? Разве не сковорода? Запада на Хапала. А сколько продашь? А сколько он стоит на ауке? Давай не надо про ауку, пожалуйста. У меня все 3000 на руках есть. А, все, пока. Точнее, маунта у челика за 30 тысяч забрал. Он сейчас пятнашку стоит. Падает по цене, кстати. Подожди, еще чуть-чуть, скоро будет 3 косаря стоить. Не, он меньше десятки не будет стоить. Это избавление от кошмаров? Железло на ДЦ, на фаермага хороший. Ма, там багруха упала. А, не, ему не могла багруха упасть, он умирал вроде на тухлом. Давай ты мне жезл, эти вон конфетку. Я не был на этих боссах, квест тоже мне засчитался. Там без разницы, главное, что у тебя этот квест раньше был, когда мы убивали тухлопуза и гневала морда. Да. Суть в том, чтобы его кто-то сдал. Ну, я вот вижу, что только камешки выпадали. А, и история панцирь забытых королей, два носка наруч хранителя тайны. Эй, латные наплечники яростного чудовища. И все.